Всем привет! Начинаем путешествие по венгерской столице, город Будапешт. Здесь есть красивая площадь, площадь героев она называется. Это самая знаменитая площадь венгерской столицы, она расположена в Пеште. Мы как знаем, что весь Будапешт — это две части, Пешт и Буда, Буда и Пешт. Получился Будапешт. Площадь была оформлена к празднованию тысячелетия Венгрии в 1896 году. Строительство заняло 42 года. Авторы памятника являются архитектор Шикиданс и скульптор зала. Вот здесь есть стела с архангелом Гавриилом, потому что по легенде обратить венгров в христианство велел святому Иштвану как раз именно архангел Гавриил. По периметру бронзовые статуи представителей династии Арпадов. Но тут много перечислять не буду. Вот каждая длина колоннады, а их тут две, это 85 метров. Площадь красивая, имеет полукруглую форму. Рядом с центральной колонной установлена каменная плита, мемориал венгерским солдатам, павшим в мировых войнах. По праздникам стоит почетный караул. Рядом станция метро, она также называется Площадь Героев. Рядом еще выставочный зал, музей современного искусства. Достаточно неплохой я там был. Поэтому будете в Будапеште, вы точно будете на Площади Героев. Все, всем пока, всем привет.